Очень сложно. И я надеюсь, что нам помогут, наши проблемы прислушаются и примут меры в ближайшее время. Нам нужна именно достройка. Компенсация нас не устроит, потому что деньги, которые нам были озвучены, то есть суммы, которые были озвучены ранее, и не соответствует реальной рыночной цене, мы не сможем купить на них квартиру даже примерно такую же, какая нам была обещана жигальной краски. Ну, вот как-то так. Замечание. Предлагаю принять в целом. Кто за это предложение? Предложение прошу голосовать. Кто за? У меня умная просьба. Подойти, ручка у нас есть, и подписать эти документы. Эти документы, подписные листы вместе с резолюцией, будут направлены во все три вышеупомянутые инстанции. Спасибо большое за участие. Всего самого хорошего. Всем доброго.